В историко-краеведческом музее села Этуле есть несколько залов, в каждом из которых находятся картины, стулья, столики, предметы из обихода людей, одежда из разных периодов времени, музыкальные инструменты, фотографии и документы, нумизматические предметы и многое другое. Все экспонаты имеют важную историческую и мемориальную ценность, связанную с историей жизни населенного пункта. В музее организован гагаузский уголок, чтобы показать посетителям, как жили гагаузы раньше, сообщила директор учреждения Софья Панчева. Это маленький такой вот уголок, где находится у нас старинная кровать 1868 года, старинная кровать, ткацкий станок, софра, как мы говорим, и все остальное, ковры, скатерти, салфетки. Все экспонаты компактно и складно расставлены. У каждого предмета есть табличка с номером. Однако музею не удается в полной мере показать богатство материалов, поэтому был разработан проект, благодаря которому в помещениях музея появятся специальные стеллажи и полки, отметила Софья Панчева. Многие экспонаты лежат на полу. Для того, чтобы сделать более современный музей, я решила написать вот этот проект. И этот проект я выиграла. Проект называется «Оснащение музея необходимыми витринами, стеллажами, полками для того, чтобы сохранить все наши экспонаты, которые находятся в музее в отличном состоянии, в хорошем состоянии, чтобы они не потеряли свой вид». Музей села является популярным местом, в котором можно интересно провести время и обогатить культурное и духовное развитие. В скором времени у музея появится возможность нагляднее показать публике свои экспонаты. Также учреждения смогут посещать и туристы. Сейчас проект в действии, то есть мы начали, заказали все, что необходимо, и я думаю, что в июне месяце мы это все уже поставим на свои места. А какова стоимость проекта? Стоимость проекта, там идет 79 239 леев. Это выходит 19 239 леев, это как бы бюджет примарии, и 60 тысяч от польского проекта, то есть Чешма-Осудулы. Историко-краеведческий музей села Этулия был открыт в 1999 году. С тех пор учреждение накапливает, хранит важные культурные ценности, отражающих богатую историю родного края. Фонд музея составляет более 1950 экспонатов различных коллекций.